Обновление 1.46 спешит порадовать вас нововведениями. Новый герой – Морриган, боец ближнего боя отступников. Морриган мастерски владеет своим клинком и способна дать отпор любому сопернику. Разблокируй героя за прохождение события «Скверное знамение». Новый герой – Беладонна. Целитель Ковина ведьм. Беладонна непревзойденно владеет защитной и лечащей магией, снижает эффективность лечения противников, исцеляет, защищает и воскрешает союзников. Разблокировать героя на 5 золотых звезд и открыть сразу 3 чародейских звезды для нее можно при прохождении героического пропуска. Мы добавили новый вид пропуска – героический пропуск. Он появится в игре в течение этого обновления и будет доступен для игроков, начиная с 26 уровня аккаунта. При прохождении обеих линеек наград вы гарантированно разблокируете Беладонну на 5 золотых звезд, а также получите множество ресурсов для прокачки этого героя. В премиальной линейке вас ожидает 3 чародейских звезды для Беладонны. Длительность героического пропуска составит 14 дней. Новая точка – получение дексы. Получай осколки изящного плута драконьего народа за прохождение последней миссии в подземелье ужасов. При установке обновления мы дарим каждому игроку 20 уровня и выше специальный календарь. Установи обновление 1.46 и собери 6000 рун Индиго. Обновление уже доступно в App Store и Google Play. Усиль свои отряды новыми, мощными героями.